А сегодня на ужин решили сделать блинчики с мясом. Пекутся блинчики. Там маслица сливочная топится. Сейчас я их напеку и буду мясом фаршировать. Мясо уже приготовила, обжарила с лучком, с перчиком, с солью. А тут вкусный чаек доча привезла с травками, вкусными ягодками. А на фоне большие танцы. Доча танцует. Готово. Теперь начиночку. Корочка хрустящая, как мы любим. Тоненькие. Тоненькие, тоненькие. Начиняем. Та сторона, которая побольше обжаренная, идет вовнутрь. Потому что здесь они будут еще обжариваться. Таким образом, обыкновенно начиняем, складываем и все. Ну вот. Все готово, нафаршировали. Сейчас буду обжаривать. Папа обделила немножечко. Фарша хватило на целое блюдо. И вот один только без начиночки ему достанется. Он любит без начинки, чтобы было обязательно. Но в этот раз не удалось. Части обжарю на ужин, а остальное все пойдет в морозилочку. Нам это много за один раз. Ну все, вкусняшки наши готовы. Вот мои жареные блинчики. Обжаренные. Еще у меня есть закусочка, я делала вчера из плавленного сыра, предпочитаю карат, волна либо дружба, с добавлением чесночка и майонезика. И хочу попробовать ее тоже с блинчиками. Ну и напишу внизу в комментариях, с какими начиночками, как я люблю блинчики подавать. Вот на сегодня все.